Имени Василия Васильевича Андреева, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Дмитрий Котлов. Уже более 20 лет в нашем городе проходит фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга», который посвящен людям, составляющим честь и гордость нашего города. Почетным гражданам. Я приглашаю на сцену директора фестиваля Галину Александровну Ефимову и почетного гражданина Санкт-Петербурга Ларису Александровну Христову. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в Большом зале филармонии уже третья программа 22-го фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга». Вы знаете, если вы обратите внимание на ваши пригласительные билеты или программки, вы увидите фотографии почетных граждан, их 15 человек. Это юбиляры 2024 года. Дело в том, что, наверное, большая трагедия, что в году 12 месяцев, а юбиляров у нас 15, поэтому мы не сможем отмечать юбилей всех почетных граждан. И вот мы решили, что сегодняшний вечер мы посвятим им всем. Тем более, что сегодня в зале присутствуют те, кто в этом году будет отмечать юбилей. Герой России, доктор технических наук Владимир Леонидович Александров. Заслуженный врач России, это просто гений, Евгений Владимирович Шлехто, академик наук. Мы в этом году уже начали программу, посвященную нашим почетным гражданам. Вот совсем недавно, 3 апреля, в Музее политической истории России мы отметили 105 лет со дня рождения Данила Александровича Гралина. Следующие наши программы будут посвящены нашим духовным лидерам, патриарху Московскому и всея Руси Алексию II почившему и почившему митрополиту Владимиру. Эта программа у нас пройдет 28 апреля. В этом году мы будем отмечать юбилеи наших великих ученых, столетия Натальи Петровны Бехтеревой и Людвига Дмитриевича Фадеева. На этой сцене последний раз выступала прима оперной сцены Елена Петровна Богачева. Ей в этом году тоже мы отмечаем юбилей. Ну и, конечно, ныне здравствующие почетные граждане, я уже сказала, Владимир Леонидович Александров, Евгений Владимирович Лихто,
Петр Казимирович Яблонский, Алиса Бруновна Фредрик, Василашвили, Олег Валерьянович, Михаил Дмитриевич Петровский. Все они в этом году юбиляры, поэтому мы от души их поздравляем, и сегодняшний концерт мы посвящаем им. Лариса Александровна, добрый вечер, дорогие друзья! Мы живем с вами в удивительном городе, музей под открытым небом. И наш город славится во всем мире своей замечательной красотой, достопримечательностями. Но славу Петербурга составляют наши жители. Люди, которые становятся героями фестиваля «Почетных граждан». И их количество неиссякаемо. Совсем недавно, 7 апреля, свой юбилей отметила почетным гражданином Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко. Эта женщина уникальная. Первая в истории Санкт-Петербурга она стала губернатором города. Теперь она занимает опять главное место в Совете Федерации. Валентина Ивановна всегда помнила о нашем городе и говорила о том, что Петербург живет в ее сердце. 5 лет назад в этом зале мы поздравляли ее с юбилеем. И сегодня все почетные граждане и жители нашего города еще раз поздравляют Валентину Ивановну с ее юбилеем. Ну а мы с вами будем слушать замечательный концерт потрясающего нашего оркестра. Спасибо. Я хотела еще два слова сказать о том, что, конечно, проведение нашего фестиваля было бы невозможно без помощи наших партнеров. И сегодня в этом зале я хотела бы поблагодарить компанию «Эстель» и лично генерального директора компании «Льва» Евгеньевича Охотина. Он присутствует сегодня в этом зале. Лев Евгеньевич, скажите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, мы начинаем наш. Спасибо большое. Не случайно сегодня на сцене именно Государственный академический русский оркестр имени Василия Васильевича Андреева. В 1988 году, в год столетия оркестра, именно здесь, на сцене Большого зала филармонии, состоялось знакомство оркестра с Валентиной Ивановной Матвиенко, которая тогда выступила с яркой поздравительной речью, а уже через год она вручала оркестру звание академического, присвоенного ему за выдающиеся заслуги. Но сегодня наш концерт, как вы уже сказали, посвящен почетным гражданам юбилярам 2024 года. И открывает наш концерт солист Большого театра России, лауреат многочисленных международных конкурсов Илья Селиванов. Антон Аренский. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль». Страсть!
Петр Булатов. Тройка. Наш концерт продолжает солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Илья Панник. Петр Чайковский. Романс «Благословляю вас, леса». Thank you.
Илья Владимирович. Александр Гречанинов, «Свете тихий», из хорового пасхального цикла «Страстная седмица», исполняет оркестр. Вас приветствует солистка Большого театра России, заслуженная артистка России Светлана Шилова. Oh,
Александр Доргомышский. Я все еще его безумное люблю. Солистов оркестра Олега и Рустама Гафарова. Русская народная песня «Эх, сыт Семен». Thank you.
И вновь на нашей сцене солист Мариинского театра Илья Бальник. Песня о блохе. Thank you.
Илья Дашкин. И вновь на нашей сцене солист Большого театра России Илья Селиванов. Энрико Каньо, влюбленный солдат. Скажите девушке, подружке вашей. Yeah.
И вновь на нашей сцене заслуженная артистка России, солистка Большого театра Светлана Шилова. Борис Борисов. Звезды на небе. Петр Буланов. И нет в мире отчаяния. Yeah.
Слава Сыну! Народные артисты России Дмитрий Топорский.